Стройка. ТПО Селигерская. Вот так смотрится с Дмитровского шоссе. Вот так вот Дмитровское шоссе. Я все снимаю с Коровинского шоссе. Часто. А с Дмитровского рынка снимала. Вот сейчас тот случай, когда я с этой стороны пришла. Давайте посмотрим, что здесь нового. Ой, как много нового. Да, сейчас мы пойдем вот туда, вот наш дом видим, цветной дом красивый рядом, вот наш дом, ой, корпус, еще колебущий голуби видим. Дальше Селигер, все эти видим. Они же первые, ЖК Селигерсети. Ах, какая картинка. Прям небоскребы, небоскребы. Да, давайте смотреть. ТПО. Вот он так выглядит. ТПО. С этой стороны, с Дмитровского шоссе. Со стороны метро. Вот он, метро. И вход-выход будет вот из здания ТПУ, сразу в метро. Мы сейчас к метро подойдем. Пойдет вот Дмитровское шоссе. Я пришла сейчас от Бескупиковского бульвара. Вот оттуда. Это близко. Этажные дома еще стоят, вот они. Рядом со станцией метро Селигерская. Ух ты, и здесь тоже. Да, вот она стройка. Да, заметные изменения. Прибавилось. Все четыре этажа. А все четыре вот с этой стороны. Пойдемте поближе подойдем. И здесь будут изменения. Что-то здоровье будут тут делать. Пойдемте сейчас посмотрим. Вот это Дмитровское шоссе. Я тут вижу, давайте на себя наведу. Привет. Так стройка выглядит. А
я вижу только два крана. Неужели убрали? А где еще краны? Четыре было. Посмотрю из окна, буду скоро снимать. И краны. Еще два. Да, если с этой стороны уже четыре этажа, то здесь, как мы видим, меньше. Вот со стороны метро. Метро и сразу ТПО. Очень удобно будет людям. Это на станции метро Селиверская наша. Замечательно. Ну что, вот она. А здесь сколько этажей? Здесь два. Три, два. Вот она, Дмитровское шоссе, вот прям совсем. Да, здесь два этажа. Ну, в общем, здесь еще стройка продолжается. Вот она, метро. Пойдемте дальше смотреть. Ах, какое метро. Вот эти вот во французском стиле сделаны. Вот. Красивый. Давайте смотреть здесь. Ух ты, прям совсем рядом. Здесь ТПУ, транспортно-пересадочный узел с автовокзалом и торговым центром. Ну, торговый центр, я так полагаю, с той стороны будет. А с этой стороны автовокзал. Похоже, будет. Метро. Да, как мы видим, здесь еще много работы. Открытие намечается в 2023, в следующем году, но работы здесь очень много. Полгода прошло, нет, ну, конечно, не закончат, если только к концу 23-го. Сегодня суббота, рабочий день. Вот оно, Дмитровское шоссе, парк Федорова, напротив, в сторону центра. Да, работы еще много. Ух ты! Давайте на себя посмотрю. Ох, я тут. Привет. Я сегодня вся в белом. Вся в белом. Жарко на улице. Жарко. Нормально выглядишь. Да, мне нравится. Ну, важно, чтобы мне все нравилось. А
или кому-то. В смысле, я сама себя. Это важно, как себя чувствуешь в моем возрасте, или как выглядишь. Так. Да, вот. Дальше мы дам доктору овацию. Это был транспортно-пересадочный узел. Вот он. С этой стороны еще много-много работы. Как мы видим, много еще работы. Пойдемте еще дальше. Вроде как транспорт лучше заработал спуском метро. И метро, и автобус у нас сейчас хорошо. Да, вот. Вот как много еще работы здесь. Вот метро Селигерская. Люди идут и там, и здесь можно зайти. И здесь тоже можно взять на прокат. Так, смотрим. Так, второй этаж. Второй этаж. Стройки. Да, здесь много еще работы. Утро. С Дмитровского шоссе. ТПУ. Ах, как много работы здесь еще. Нет, это не закончат они. Ух ты, прямо над головой. Два крана, а где еще два? Да, из окна посмотрю. Да, хорошо, посмотрела я. Пойдемте дальше. Это здесь метро Селигерская. Давайте посмотрим, какие здесь автобусы. Так, пойдемте. Вроде как здесь пройти можно. Вокруг. Пойдемте вокруг. Если это можно сделать. Да. Так много работы еще.
естественно, угла. Да, здесь второй этаж только полностью. Да. Да, здесь можно пройти, оказывается. Да, идемте, если можно. Тогда можно быть. Да, дорожки. Очень хорошо. Вот вокруг буду поближе снимать. Пойдем здесь на углу посмотрим. Много работы еще. Как хорошо, удобно-то здесь. Пройти можно. К южному выходу от северного. От северного к южному входу выхода. Хорошо. Вот это очень хорошо, я рада, что можно. Так, смотрим. Дмитровское шоссе. Стройка. Да, третий этаж еще делается. Третий. Да, да, да. Здесь готов возведен второй, вот третий. Люди на четвертом стоят. Люди работают, значит, сделают. Хорошо, хорошо. Ну, делается работа, делается. Они спешат с возведением. С самого начала, причем не спешат. Я за них наблюдаю. Ну, и мне так кажется, что... Неспешно идет вся работа. Это и правильно. Кто спешит? Пойдемте. Все. Дмитровская. Здесь развилка. Двух шоссе. Вот она. Развилка. Развилка двух шоссе. Дмитровского и Коровинского шоссе. Смотрите с этой стороны стройку. Вот она гостиница метрополитена. Тоже долго строили ее. Вот эти два крыла я не видела, как строили. А вот там, то, который выходит на... Шоссе Коровинское там на глазах достраивали в здание. Давайте посмотрим.
солнце. Вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три, четвертый. Да, третий и четвертый этаж. Да, заметно прибавилось с тех пор, как я с этой стороны снимала. Вот еще один кран вижу. Третий. Конечно же, все на месте. Брали один. Ну, в общем, вижу я из окна. Да, три есть крана. Ах, да, вот такое красивое, необычное здание будет. И это будет красиво. Вот один, два, три, четыре. Транспорт посадочного зона. Возле станции метро Селигерской. Да, стройка продолжается, идет. Да. Вот еще один выход, южный выход из метро Селигерской. Ах, какой здесь вид. Сейчас я его поснимаю отдельно. Какой вид. Это уже в моем районе Западная Цибулина. Такая красота. Небоскреб. Да, вот станция метро Селигерск. А вот она. Южный выход. Да, удобно будет и отсюда к ТПУ идти, проходить и из северного, и из южного выхода тоже будет удобно. Да, вот так выглядит стройка с этой стороны. Со стороны Дмитровского шоссе. Да. ТПУ, транспортно-пересадочный узел. Возводится. Сегодня суббота, 16 июля 2022 года. Гостиница вот такой адрес имеет. Ровенская 2. Спокойно. Так, а так выглядит ТПУ с этой стороны. Со стороны Ковровенского шоссе. Я сейчас поснимаю с стороны Дмитровского шоссе. Вот так, со стороны Коровинского. Здесь побольше сделано. Вот я оттуда снимаю. Из окна. Надо еще поснимать.
хотя изменений не вижу, все как было, еще недавно. Вот так, с этой стороны. 2, 3, 4, да. Вот там меньше сделано. Ну, вот люди работают сейчас с той стороны. Вот еще здесь заглянем. Да, надо загнались у нас. Да, вот. И здесь поменьше сделано. Ну и тут тоже скоро будет, как здесь. Ах, быстрее бы уже сделали. Вот я стою, тут подошла к остановке. Дроссельгерская. Такие автобусы. Вот так выглядит с этой стороны. И очень близко к гостинице. Совсем рядом будет гостиница. Вот на перегоне. Да, я когда въехала в 85-м году в свой дом, достраивали вот верхние этажи этого крыла. А здесь не было. Я все считала, сколько этажей, 5, 6, 7, вот, верхних не было еще возведено. Ну, больше половины, но верхних еще не было. Я все смотрела, когда что-то строят, потом перерыв был очень длительный, много лет. А потом все-таки построили нормально гостиницу советского времени, вроде как. Ну, я там была, просто там заходила по делу. Видимо, нормально гостиница. И здесь люди живут, метрополитенцы. Да, давайте здесь посмотрим. ТПО. Вот так выглядит сегодня, 16-го. Июля 2022 года. А так ТПО, эта стройка выглядит с Пяловской улицы. С этой стороны я вижу стройку, и вот так она выглядит на сегодня, 16 июля. И снимаю из окна. И здесь сделано больше, чем с Дмитровского, со стороны Дмитровского шоссе. А здесь со стороны Коровинского шоссе. Да, что люди работают, изменения видны, построят. Если не к 23-му, то к 24-му году построят. Вот стройка возле станции метро Селигерская. Вот она, наша станция метро Селигерская. Давайте еще посмотрим, что близко. Дмитровское шоссе, Коровинское шоссе, Пяловская улица. Вот машина с Пяловской улицы едут. Жукосельгер, Сетельнинский, 17. Торговый центр у нас. Вот это хороший. Здесь район Западный Беговый. А стройка и метро Беспредникова. Вот здесь. Ух, все поснимала, даже устала снимать эту стройку. Ну, рада, что запечатлела.
и с другой стороны. Сегодня суббота, 16 июля 2022 года.